Всем привет! В данном видео я хочу вместе с вами посмотреть аксессуары, которые я заказывала для своей камеры. У меня вот такая вот камера Canon, и я заказывала для нее фильтры. Фильтры двух разных видов, и вот вроде все хорошо, отзывы классные. Единственное, что я боюсь, это то, что мне не подойдет по размеру сюда. Сразу хочется уточнить, что посылочки ко мне приехали крайне быстро. Трек номер отслеживался. Давайте посмотрим. Вот такая вот она. Первая коробка. И сейчас посмотрим, какая вторая. Все это заказывала я в одном и том же магазине, так как мне показалось, что там лучше всего, как бы, и отзывы хорошие, и рейтинг продавца тоже неплохой. В итоге выбрала там. Я обязательно укажу все параметры своих фильтров. Единственное, чем они похожи, это тем, что размер у них 67 миллиметров. То, какие они, может быть, внутри будет более объяснимо, что, как, зачем, почему. Я пойму, какой фильтр к чему относится. Первый фильтр. Ой, достаю из коробки. Также здесь, я вижу, имеется вот такая вот бумажка. Больше внутри ничего нет. Что здесь написано? А здесь написано... Ничего не написано здесь. Только все на китайском, вернее, написано. И сам фильтр. Наверное, я угадала с размером. И вторая коробочка. Здесь у меня другой фильтр. Надеюсь, я смогу понять, что к чему. Очень они похожи. Этот более желтый, этот посветлее, вроде как. И в втором фильтре тоже была вот такая бумажка. Нужно, конечно, будет их все-таки сравнивать на деле уже, когда я их применю к камере. Обязательно вам вставлю фотографии, кадры. Но, наверное, это сделаю чуть позже. Давайте сначала посмотрим все это поподробнее, поближе. Вот такая вот линза находится у нас внутри. В одной коробке все хорошо, и вот все понятно. Здесь все-таки есть объяснение. Первый фильтр у меня идет Slim Soft фильтр 267. Есть обозначение, это здорово. А второй фильтр у меня идет. Так, Ultra Slim Pro MC UV. Вот так вот тоже 67. В целом, в общем, так вот на внешний вид кажется, они одинаковыми. Но на самом деле они отличаются друг от друга. И давайте уже попробуем их подсоединить к самой камере, сюда закрепить как-то. И я не угадала с размером. Как я вижу, я не угадала с размером. Класс. Данный фильтр больше, чем моя камера. Он ко мне не подходит. В целом, я, конечно, попробую как-то зафиксировать данный фильтр камере. Подержу руками и все равно сделаю для вас пару кадров. Каким будет видео и фотографии с применением данных фильтров. В каждой коробке с фильтром есть силикагель. И они раздельные, чтобы ничего не повредилось. Удобно то, что есть отдельные свои коробки. Удобно будет переносить с места на место, если, допустим, вы ведете съемку где-то в другом месте, не дома. И даже если дома, все равно это нужно где-то хранить, чтобы оно не царапалось, не ляпалось, не моралось. В данном случае коробочки спасают. Я, конечно, скорее всего, данные фильтры буду продавать и заказывать себе что-то новенькое, потому что они мне не подошли по размеру. Я вроде смотрела в интернете и была уверена на 100%, что они подойдут к моей камере, но как по факту вы видели. Они не подходят. Оказались все-таки фильтры большеваты. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались какие-либо вопросы, задавайте. Я с удовольствием почитаю, пообщаюсь с вами. Также ссылочки на свои товары я оставлю в описании под видео. Если кого-то это заинтересовало, то проходите, смотрите более подробно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.